На вот этой грядке у меня рос лук чернушка. После него, как я его убрала, посадила 3 семечка дыни хошимина вьетнамской. Мы сейчас посмотрим, что здесь выросло. Но дыньки уже зреют. И неплохо зреют. Вот, смотрите, какие они. Уже лежат карапузики такие. Вот они, красавчики. Вот они. Вон и сколько много. Так, здесь то же самое лежат эти карапузики. Вот они, красавчики какие. Вот они. Сейчас пройдемся. Вот они. Вот парочка лежит красавчиков. Вот они. Так, вот они прям лежат. Здесь вот они свисают. Так, видите, вот они с бордюра на бордюр повисли. Вот они свисают прям, красавчики. Да, вот лежат. Еще затеняю немножко. Вот они. Я думаю, что созреют. Успеют созреть. Вот они. Вот. Сколько их много. Вот на этой грядке у меня посажено всего лишь 3 семечка. И эти 3 семечка все созрели, как видите, принялись и дали плоды. Ну, с какой спелости будет, потом посмотрим. Они очень такие красивые. Вот. Я думаю, что успеют они созреть. Вот, вот такой гладенький, такой шершавенький такой налет. Вот. Очень приятно держать в руке. Прям такие красавчики. О. Вот в ладошке. На ладошке кладу. Вот они. Такие красавчики. Наконец-то я дождалась. Наши уже эти дыньки начали зреть. Долго-долго они сидели зелеными. Сидели все. А сейчас вот начали желтеть. Так что скоро начнем через несколько дней снимать. И сегодня мы будем пробовать дыньку хошимина. Какая здесь из всех она созревшая. Это желтая. О, она уже оторвалась прям. Так, лежит. Вот эту возьмем. И вот эти две. Таких. Вот они. О, они отрываются прямо. Они если созревают, они отрываются. Видишь, вот они уже лежат оторванные. Это вот не созрело еще хвостик. Поэтому сегодня мы вот 4 дыньки будем пробовать. Вот такая красота. Итак, берем самую, наверное, созревшую. Они красавчики. Так, ну и это созревшее, это будем пробовать резать. Ой, сколько семечек. Семечек очень много. Вон сколько семечек. На следующий год сади не хочу. Будет. Пробуем дыньку хошимина. На вкус. Вот такая тоненькая кожа. Такое. Что я хочу сказать? Желтый, но безвкусный. Нет сладости. Кожка тоненькая. Но нет сладости абсолютно никакой. Будем разрезать вторую. Пробовать, смотреть. Итак, разрезаем. Как видите, семечек тоже много. Так что всех наделю, кто желает. Бесплатно, только от вас конверт обратный. Куча семечек, все вызревшие. Пробую вторую дыньку.
ну что хочу сказать, немножко слаще, но вкус все равно безвкусный. На вид красивая, привлекательная, но сладости я не заметила. Может быть, что-то у меня не так на огороде. Сразу скажу, сочная, ароматная, приятно пахнет. Действительно такой вот, как ананасовый вкус. Но, конечно, желала бы лучше, чтобы они были сладенькие. Так, немножко сладковатый вкус, но не сладкая. Она вид и очень красиво вызревшая, очень красивая дынька. Ну, семечек очень много. Сейчас выберу с одной, посмотрите, сколько. Дыньки эти не гибридные, поэтому семечки все можно садить, и будут у вас дыньки. Вот столько семечек из двух дынек у меня получилось. Здесь куча. А у меня еще этих дынек много. Поэтому всех я наделю семенами. Кто желает, бесплатно. От вас только обратный конверт. И я вам семечек покладу. Не по 3 семечки, как у нас Сады России высылают. Минимум 10-15 до 20. Кто желает, сколько напишет, тому я и вышлю этих семечек.